17 сентября 2018 года телеканал СТС начал показ последнего шестого сезона сериала «Молодежка». Сериал состоит из 44 серий и, очевидно, традиционно будет поделен на две части. Вторую часть покажут позже. Шестой, заключительный сезон назвали «Лед и пламя». В данном видео вы сможете ознакомиться с кратким описанием серии. Юля не верит, что Макеева и Каштанову связывают только деловые отношения. Дина понимает, что она на крючке у Тимура. Мама Риты сообщает родителям Бакина, что влюбилась. Жилин разрывает отношения с Казанцевым. Казанцеву поступает неожиданное предложение о работе. Дина исчезает. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте видео.